Сегодня Олимпиада 84 в Сараево и чемпионы по биатлону и конькобежному спорту. Когда приезжаешь на Олимпийские игры, вот эта вся атмосфера, она, конечно, людей приводит в некоторое такое замешательство и трепет. Конечно, волновались, переживали. Вот, и хотелось выступить наилучшим образом. Тем более мы понимали, что мы являлись фаворитами. Вот, и, ну, а фавориту всегда тяжелее выступать, потому что от него всегда ждут медалей, побед. И вот это давление, оно, конечно, всегда, оно во все времена давит на спортсмена. За день до, значит, до гонки, вот вечером мы собираемся, нам тренеры дают установку, рассказывают, как нам бежать. И вдруг приезжает председатель спорткомитета, госкомспорта в то время, Марат Владимирович Грамов, и сказал следующие слова. «Ребята, мы надеемся и уверены, что завтра вы выступите очень хорошо. В противном случае вы все люди военные, офицеры, большинство из вас, и вы не должны забывать, что у нас очень огромная нехватка снайперов в Афганистане». Вот с таким напутствием мы вышли на старт на следующий день. Ну, это здорово стимулировало. В Афганистан вообще не хотелось. Гонка удачно началась. Мне удалось выиграть на своем первом этапе, сделать отрыв 1:06 от второго преследователя. Вот. Ну, то есть я со своей задачей я справился с лихвой. Я иногда сейчас, по прошествию лет, иногда задумываюсь, неужели это все со мной было? И что такое золотая медаль? Это радость. Ну, вот один день ты встал на пьедестал, вот это минута эйфории. А все остальное – это каторжный труд.